Как перестать бояться и принять данность? Как перестать бояться и принять данность? Как научиться играть на музыкальном инструменте? Как научиться ездить на велосипеде? Нужно упражняться, нужно репетировать, нужно повторять. Избавление от страха не происходит по мановению волшебной палочки. Избавление от страха – это процесс, с которым нужно работать. От страхов психологических. Как это делать? Вся наша система направлена на то, чтобы помочь человеку избавиться от страха. И первое, самое главное, что нужно все больше и больше осознавать – это свою природу, свою энергоинформационную природу, природу сознания. И рекомендую вам слушать сатсанги, например, Рамеш Балсикар, или Роберт Адамс, или Муджи. Ну, пусть пока не очень часто, но иногда. Эти мастера помогают нам прийти к осознанности. Воспринимать то, что происходит в мире, не слишком близко к сердцу, так будем говорить. И у этого есть основания. Страх – это тоже программа, генетическая, социальная программа, очень глубокая, навязанная. Но сегодня изменяется время, очень серьезно изменяется время, изменяются вибрации, и вместе со временем изменяются условия. И в этих условиях страх перестает быть нужным. Вот если раньше он просто был необходим, точно так же, как необходим кокон для бабочки, в какой-то момент развития гусеница нуждается в коконе. Кокон для нее является всем. Это домом, в котором происходит трансформация. А потом наступает момент, когда кокон не нужен. То же самое происходит со страхом. Было время, когда страх был нужен. Теперь наступает время, когда страх перестает быть нужным. И от него необходимо избавляться. Каким образом? Ну, первое, я уже сказал. Это чаще слушать духовных мастеров. Второе. Задаваться вопросом «Кто я?» – это один из самых главных вопросов, которым может задаться человек. «Кто я?» И не спешить с ответом. Просто «Кто я?» И думать о том, что лежит за формой физического тела. Мы будем давать в дальнейшем эти практики, но я хочу сказать, что мы с вами живем в социуме. И наша задача не просто человека увести от жизни в миру и в социум. Нет, наша задача помочь человеку избавиться от психологического напряжения, чтобы жизнь его была гораздо более качественной. Ведь этот страх в итоге притягивает то, чего ты боишься. Таков механизм. И наша задача этот механизм трансформировать. Как еще можно избавляться от страха? Как я уже сказал, слушать мудрецов, задаваться вопросом «Кто я?» и понимать, что Вселенная, все, на что направляет свою энергию Вселенная, в итоге происходит ради блага. Абсолютно все. Просто одна форма сменяет другую. И когда человек за что-то пытается держаться, удерживается, привязывается, и то, к чему он привязался, уходит трансформироваться, это вызывает у него дискомфорт. Это практика. Просто смотря наши программы, смотря наши вебинары, читая рекомендованную литературу, просматривая и прослушивая сатсанги, вы постепенно, если вы встали на этот путь, будете избавляться от психологического страха. Потому что физиологический страх, он периодически нужен, он может спасти нашу жизнь. Это не нужно быть безрассудным. А вот вопрос психологического страха, да, люди чего боятся? Боятся больше всего того, чего нет, но может быть. Задумайтесь об этом. Человек боится не того, что есть, а того, что может быть. А того, что может быть, не существует. Поэтому человек попадает в ловушку боязни того, чего нет. А это уже можно считать определенным психическим заболеванием. Ну как, если человек боится того, чего нет? Или человек страдает от того, чего уже нет? Это было вчера, позавчера. Но сегодня он переживает эту боль, носит ее в себе. Я имею в виду психологическую боль. А этого нет.
Это те нейронные связи, которые навязал человеку социум, потому что тогда человеком легче управлять. Просто примите решение. Я намерена избавиться от страха. Я буду это делать планомерно и постоянно, до тех пор, пока не приду к состоянию радости, свободы, наслаждения жизнью. Если вы примете такое решение и будете ему следовать, то через какое-то время, у каждого оно свое, вы придете к этому состоянию радости в любой жизненной ситуации. Вот таким образом я вам рекомендую с этим справляться.